Всем здорово, народ! С вами Без Сахара, и это продолжение серии гайдов по сундукам в игре Tower of Fantasy. Значит, сегодня апнулся кап, теперь кап у нас 66 уровень, как вы видите. Открылся данж D02, и, естественно, я его уже прошел. Решил записать вам гайд для помощи по всем 6 сундукам, которые находятся в данже. Между прочим, это самый быстрый, наверное, данж из всех. Даже данж с собиком будет не такой быстрый, как этот. Значит, первый сундук вы уже видите. Первый сундук у нас будет в проломе. Первый из 6 или первый нормал сундук находится, как вы видите, вот здесь. Собираем его и идем дальше. Дальше вы тоже уже могли заметить второй по счету и первый изи сундук. Это вот здесь. Двигаемся дальше. Проходите потихоньку, убиваете пачки мобов. По данным панелям, которые я только что пробежал, мы еще поговорим чуть позже. Дальше у нас тоже в самом видном месте лежит второй изи сундук. Собираем его. И идем вниз. Прыгаем вниз, под пол, под платформу, как хотите называйте. И не забегая наверх, спускаемся вниз. И вот здесь слева находится первый хард сундук. Или четвертый из шести. Четвертый из общего счета. Двигаемся дальше. По желанию можно подняться вот сюда, запомнить или сохранить, но проще я загуглил, на втором мониторе открыл. Это помощь, подсказка в коде по прохождению. Так как в данже нет босса, здесь есть небольшая головоломка и куча элитных мобов в перемешку с обычным. Поэтому вот эта подсказка, она вам поможет. Можете ее, как я сказал, открыть на втором мониторе или там выписать куда-то, на телефоне открыть. Это цифры по азбуке Морзе. А возвращаясь вот к этим автоматам, вы видите то, что здесь зашифрованы две цифры, все так же. На изи сложности здесь будут обычные числа, и вы уже как проходили, и на нормале тоже. Там будут обычные числа, ничего угадывать не надо и искать. Здесь же через азбуку Морзе вы просто подставляете эти числа. В моем случае это 0 и 7. Потом дальше мы спускаем здесь воду с помощью крана, спускаемся под лестницу и открываем пятый по общему счету сундук или второй нормал. Второй нормал сундук, проходим дальше. И здесь у нас следующий, такой же автомат со следующими двумя числами для подсказки. В моем случае это 1 и 2. В общем, я запомнил уже то, что код для прохождения, для открытия данной двери впереди 1027. А последний, шестой сундук, находится, как вы уже видите, наверху, на платформе. Мне повезло то, что я смог сюда вот запрыгнуть. Это шестой сундук или второй хард-сундук, можно вон там внизу поставить такую же трубу и свободно подняться. Можно здесь, я сделал это здесь, без разницы. Открываем шестой сундук. И все. Дальше открывается дверь с помощью того пароля. Как я вводил пароль, сейчас будет у вас справа сверху подсказка. Все очень просто, видите, 1027 по азбуке Морзе. Все верно. Дверь открылась. Поздравляю вас, 6 сундуков вы собрали. Данж пройден, босса здесь нет, поэтому он, в принципе, проходится быстрее. А с вами был Без Сахара. Спасибо, что поддерживаете и смотрите. Лайк, подписка, комментарий – это лучшая поддержка. Также не забывайте про стримы на Trove. Сейчас их поменьше, но они будут, так как я делаю еще ролики по New World и по Тофу в данный момент. Плюс Лол, еще ролик у меня на очереди по Лолу. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео.